Sisters, how wonderful it is to be with you again. Сестры, как же чудесно вновь встретиться с вами. Недавно я познакомилась с женщиной, которая готовилась принять крещение. В то воскресенье, прежде чем добраться до церкви, ей пришлось прошагать 3 километра по густой грязи. Она тут же отправилась в уборную, сняла запачканные вещи, помылась и надела чистую воскресную одежду. На собрании общества милосердия она рассказала о своем обращении в веру. Меня тронуло переполнявшее ее желание омыться и очиститься через покаяние и искупительную жертву Спасителя. Затем меня тронула ее готовность отречься от старой жизни, чтобы заключить священные заветы с нашим Небесным Отцом. Она рассталась со своим другом, стремилась побороть свои пристрастия, чтобы начать жить по слову мудрости. Перестала работать по воскресеньям, чтобы ходить в церковь, и лишилась дружбы своих близких, когда объявила им о намерении креститься. Она горела желанием отвратиться от всех своих грехов, чтобы омыться начисто и ощутить искупительную любовь Спасителя. В то утро меня воодушевило ее стремление стать чистой, физически и духовно. Мы знаем, что многие из вас идут на подобные жертвы, ощутив свидетельство Святого Духа. Вы жаждете возможности покаяться, принять крещение и очиститься. Пожалуй, мы никогда не чувствуем божественную любовь Спасителя так сильно, как в моменты, когда мы каемся и ощущаем, что Его любящие руки простерты к нам, желая обнять нас и заверив в Его любви и одобрении.